задним колесом-то он не попал на него. Да берите вашу бот. Это вот это L200? L200. Какой-то китайский производитель. L300, наверное. Почему? Это в стандарте, да? Да чё, он хоть бы попробовал, он проедет здесь. Да проедешь ты! Ну что ж у вас нет? Брюхом ты точно не зацепишь! Ну и что? Да, ну и чё жопой, а жопе чё будет? Я тебя вытащу, давай. Гроз есть, вытащу. У тебя там труба есть сзади? Потихонечку, потихонечку попробуй. У тебя топор, у тебя пила есть, пила. Вон дерево, вон, видишь, вон дерево, вон. Сломанное дерево, видишь, вон, сломанное. Не надо, лучше так потихонечку в натяг. А то поломать что это дерево, там бампера вон все, влетит что-нибудь. Ну просто он сейчас сунется, он обратно точно уже не выйдет. Нет, нет. Все. Ой, блядь. Вот и все, ты боялся. Даже бампер не помялся. Теперь вообще нормально стало. Теперь тут вообще шоссе. Еще чуть-чуть подвалить. Иди сюда! Давай! Иди сюда! Патриот точно здесь проедет. Ну чё, видишь? А ты боялся. Что там, на ту сторону поехал? Нет. Хорошая машина. Да? Бампер хороший. Ну да, уже загнул. Так, чё дальше?